Там налога не попал на 500. На 500, хорошо. Все, я выхожу. Прыгай. Сейчас, подожди, грузится. Сколько у тебя денег? Погнали, да? 10 тысяч. А, ну тогда отлично, поехали. Что сейчас? Сейчас будем рыбачить. А просто можно было еще автоассортимент. Ну ладно. Ой, иди покупай удочку за 6 и 30 кузнечиков. Сколько? 30 кузнецов. Кузнецы? Так, кузнечики. Стоп, почему 30? Сколько у меня сейчас? Бел, ну что ты делаешь? Боже, клоун. У меня 10. Ну и зачем? Такой овощ просто. Что там? Да у меня колесо прострелило, вот это даун. Я не записал. Бил удочку? Да. Что ты там сел с пистолетом? Вот у меня запись так заделал. Со своей пукалкой. Клоун. Так, это за, если что. Ты 30 кузнечиков купил, да? Да. Количество 30, удочка 1. Мне вообще, по-моему, нельзя с пробитым колесом. Аварийка. Конечно, на НРП, но с аварийкой там можно. А, ни хрена я заносить перестала. Ага. Надо даже подлагивать, чтоб. Да лол! Ой, мы чуть не упали в реку. Так, это что это дрифт? Дрифт этот? Я на чем? Скорость тебе. На тропинке. Снимаю на шоссе. Бац. О, дерево. О, дрифт скорость. А, это ж тюрьма. Слева. А, это в син. Нет, только не режься. Фух. О, там механик, Где? Вертолет. Да, я про этот вертолет и говорил. Да, здесь стоял. Вертолет. На КВ. Ау. Не очень умный человек. 500. Я за 100 починю. Назар. Не очень умный человек. БЖБ. А, я понял, он не давал поехать. Почините мне без разницы. За сколько? И квест выполняет на 15 тысяч. Ну, это понятно. Поезд. Да, ну там сейчас немного платят, там нужно на X2 или на X3 работать. А сейчас есть X2 или X3? Сейчас нет, видишь там значок Радмира? Угу. Если там будет X2... написано. А мы сейчас куда едем? Если X2 будет написано, значит X2, если X3 написано будет... Едем рыбачить в самое хорошее место. А вот это что? Это свалка, там... колеса. Нет. Ерик бы не перевернулся. А есть как какое-нибудь задание по рыбалке? Охота как работа, вот есть. А нет, там уже третий пункт, смотри, третий. Другое. Так, да, все, вот. Я понял. Рыбалка. Полностью разгрузите не менее 3 рыболовных катер. А, ну это дичь какая-то, это со старого Радмира. Очень старого Радмира. Угу. А почему ты на паузе? Я не знаю, у меня все зависло. Что, не залагало, что ли? Так, не надо говорить, пожалуйста, это.
Там АЗС воинская часть. У меня вылетело. А, ну перезайди и потом нажми, чтоб... Дисклятер. Хорошо. Теперь ты можешь здесь зарабатывать. Это прикольно, ну, здесь, это не как работа считается, она такая. Подработка. Она очень прибыльная. Для новичка. Прибыльная. Угу. То есть один килограмм рыбы стоит, по-моему, 200 рублей. Что так дорого? Где могут, падать сомы, щуки, там, по 5, по 6, по 8 килограмм. По килограмму рыбы. Угу. Прикольно. Вот, я сейчас две рыбы поймал по... Мал две рыбы, 2 килограмма, то есть. Так, хочу вернуться на последнее выхода. А, ты, я видел, ты появился на карте. Где? А, вот. А, вот, я тебя вижу. А как, что мне делать? А, подойди прям, подойди ко мне, видишь, вот так, да. Так, только да. Не упади. Хорошо, не упади. Да, зайди в инвентарь, нажми инвентарь. нажми на... Использовать, и потом нажми на удочку использовать. Использовать. На крючке нет наживки. Так, я наживку. Кузнечики. Использовать. Это удочка. Использовать. Блин, у меня копча. Пробел, чтобы подсечь. Спокойствие. Enter, если хотите рыбалку закончить. Спокойствие. Когда колышется и под водой, тогда нужно... Колышется под водой. Вы поймали окунь. 1 килограмм. Забрать, отпустить. Да. Забрать. Забрать, конечно. Вы забрали рыбу себе. Я щуку 2 килограмма поймал. Так, теперь заново там кузнечики, да? Нет, нет, кузнечиков не надо заново. Теперь нужно только через удочку теперь только. Я нажимаю удочку и использую. И удочка. Использовать. Так. Спокойствие. Так это же получается полный рандом, что выпадет, то и получай. Сом 8 килограмм. О! Сколько? 8. Ну, это, вот 8 это максимально. А не 10? Почему 8? Нет, не знаю. Я больше 8 еще не... Я сейчас раньше ловил. Короче, ладно, давай я сейчас еще чуть половлю и пойду в туалет схожу. Угу. Доберусь и на тренинг пойду. А ты потом будешь еще? Наверное, да. А сейчас ты будешь играть или... Ну, я поиграю чуть-чуть. Еще половлю. Ты все наживки потрати и потом... Хорошо. Потом смотри, ее продавать надо, знаешь как? Не. Ну, ты ж придешь потом. Слышь, ГПС? Тут типа недалеко. Тут... Слышь, ГПС, интересные места. Продажа рыбного улова. Короче, смотри. GPS 8-продажа рыбного улова. Зайди в GPS прямо сейчас. Угу. Да у меня капча. Пробел. А, это тоже капча. 4-7. Готово. Зайди, короче... Под водой. Окунь. Килограмм. Ты можешь потом повезти. Потом, короче, смотри. Заходишь в GPS 8 так, и... Подожди. GPS... Интересные 8. Места. О, и там сбыт рыбного улова. Про 16-е, да? Да. Хорошо. Посмотри на карте теперь где. Это вот прям в этом городе, который знаю. Угу. Карина. Вижу. Ладно, давай я сейчас выйду тогда. Угу. Так мне все тратить? Все кузнечики? Да, тут потрать их. И потом там будет такая типа стрелочка, на нее нужно подойти, зайти в инвентарь, нажать на улов и продать. Хорошо.
Я сейчас я вот так вот делаю. Тачку здесь пока оставлю, она закрыта, надеюсь. А, давай, я выключаю окон. Угу, пока. Пока. Я потом где-то в часов в 7 зайду, наверное. Я не в 7, даже чуть-чуть попозже, наверное. Угу. 8, короче, ладно. Ладно. Короче, как получится, я в TeamSpeak зайду. Угу. Пока. Пока. User disconnected from your channel. И сейчас я пойду продавать свой улов, который я только что вот ловил, не знаю уже сколько времени, но не так-то и, собственно, мало. О, велосипед. Он чей-то? Да. 10, 70. 6. Он чей-то? Он чей-то. Поезд. Нас только побежать.
В общем, я накопил 12 200, в сумме 16 200, и думаю, что на сегодня пора заканчивать. Всем удачи и всем пока.